Сегодня куратор так называемого музыкального микрорайона приступил к работе. Он официально вступил в должность. Дел много. Надо и с местными жителями познакомиться, и с управляющими компаниями контакт наладить, проблемы изучить. Заниматься этим планировали больше десятка человек. Вот только до финала дошел только один. Голосование длилось несколько дней. На кого возложили непростые обязанности музыкальным управлять, расскажет Андрей Чумаков. До финального этапа дошли три кандидата – Виталий Катунин, Олег Поздеев и Владислав Кашкин. Все опытные в вопросах развития муниципальных территорий специалисты. Но вакантное место – одно, и занять его должен самый компетентный, говорит глава города Евгений Первышов. Вопросов, конечно же, очень много накопившихся. Они застарелые и требуют серьезных решений. Здесь, безусловно, необходим лидер для выработки этих решений. Лидер, который будет работать с населением, в первую очередь, в части реализации тех полномочий, которые будут делегированы заместителю главы. Чтобы не ошибиться в выборе куратора, Евгений Первышов встречается с кандидатами лично. Это финальный этап отбора и вопросы к претендентам, как к профессионалам. Завтра мы приходим на территорию и будем видеть, что на территории отсутствуют все мусорные контейнеры, как представитель власти, администрации города. Как это реагировать, что будет предпринимать? Размещение контейнерной площадки должно быть на территории многоквартирного дома. Обустройство этих площадок должно в том числе проводиться через отголосовку собственников жилья. Все претенденты на должность показали примерно одинаковые результаты, но члены комиссии, посовещавшись, отдают предпочтение Виталию Катунину, до этого момента занимавшему должность ведущего специалиста отдела по развитию территории администрации Калининского сельского округа. Куратору предстоит стать связующим звеном между горожанами, застройщиками и управляющими компаниями в одном общем деле – благоустройстве музыкального микрорайона. Такую задачу поставил перед Катуниным глава Краснодара Евгений Первышов. Да, понимаю. И знаю прекрасно проблемы, связанные с обеспечением социальной инфраструктуры. Но это моя проблема. По строительству школ, садиков, поликлиники. Вот эти задачи, которые буду решать я самостоятельно. Куратор должен заниматься именно работой в части нормализации вообще обстановки в музыкальном микрорайоне. Работа будет сложная, говорит председатель Гордумы Вера Галушко. Куратору предстоит наладить взаимодействие с хозяйствующими субъектами, ресурсоснабжающими организациями, навести порядок в управлении многоквартирными домами. Определяющей чертой победителя должна стать максимальная самоотдача, готовность работать 24 часа в сутки. Только так можно достичь результатов, которых ждут жители. Чтобы были дела, надо прежде всего руководствоваться и той должностной инструкцией, которая у вас есть, и теми советами, рекомендациями, которые будут давать старшие товарищи. В свою очередь, только что выбранный куратор уже подготовил план работы. Я хочу создать рабочую группу, в которую войдут управляющие компании, которые себя зарекомендовали с благополучной стороны. Это будут старшие домов, лидеры общественного мнения. И также я думаю, что к этой работе будут вовлечены активно и депутатский корпус, который представлен в городе Краснодар, и территориальные органы местного самоуправления. Виталию Катунину предстоит решить ряд непростых задач. Среди них проблемы газоснабжения, электро- и водоснабжения, своевременность платежей за коммунальные услуги, налаживание качественной работы управляющих компаний, а также земельный вопрос. Необходимо отмежевать все территории, где нужно проложить качественные дороги. Сейчас это лоскутное одеяло из десятков собственников, и это мешает строительству дорог и прокладке коммуникаций. Андрей Чумаков, Александр Ивановский и Сергей Глуховский. Телекомпания «Краснодар».